Человек, Даро, смерть, ну что небес. Же? Человек-паук выпустил обоих резвиться в самом... Да пошел ты нахуй, слышь, чё, козёл. Смертоносных детишек, разрушающих абсолютно всё да. вокруг себя. Меня сейчас спрашивают, почему невероятные силы всегда у мерзавцев? Заткнись, Джона. Ну такой сделал. Нет. Найди врага себе подстать, носорог. Нет врагов мне подстать, паук. Ну все, пизда. А нельзя все решить разговором. Носорог, почему ты в команде? Я думал, ты одиночка. Цели и средства, паук. Вся жизнь это цели и средства. И какая цель у этих конкретных средств? Свобода настоящая. Конец костюму. Конец носорог. Ну вот. Что-то еще может тебя придется. Ой. А мне костюм нравится. Ой-ой. Такой заметный. Радуйся, паук. Без костюма я буду тебе не так опасен. Все, что ли? Так, носорог, давай закончим. Восьмитонный малыш не справится со взрослым делом. А я справлюсь. Ты прелесть, Скорб. Но лезь в чужую драку грубо. А что бы ты делал, если бы я не пришел? Умолял его сдаться? Да, Гарга, именно это я бы и сделал. О, вы прям как пожилые супруги. На. Ну ты лох, слушай. Давай. Уже выбрали название? Шуткая шестерка? Грязная шестерка? Вонючая. Шестерка, которая убила человека-паука и сделала из него одеяло. Гаргон, заткнись, не позорься. Гаргон, что ты делаешь? Ни того. Делись, Гаргон. Полотенец весом в полтонны! Вытащи меня отсюда! Я его идет! Его, так помоги мне, дурак! Парни, не надо! Меня на всех хватит! Да боюсь, не очень-то мне хватит. Даже не верится, что я в команде с таким кретином! Иди сюда, я это исправлю. Носорог избавится от костюма. А что оставил, завещал тебе, Скорб? Деньги. У Гаргона нет принципов. Он воюет за деньги. Неправда. Паука я могу бесплатно. Деньги просто бонус. Давай, давай, давай. Кажется, я здесь не нужен. Может, вы сами между собой разберетесь? Один готов. Давай. Ах ты, сука. Закончили. А где он?
Я его не вижу. Скорпион в отключке. Это мой шанс. Все? Знаешь, что сделает Октавиус, если узнает о твоем провале? Моем провале? Да, твоем, урод! Как-то банально. И типа ящик этот, он поломать не может. Он ломает, значит, стены бетонные, да, там. Ну, бред, конечно, бред. Остались Октавиус и Ли. Кажется, с ними будет тяжело. Но они лишь половина проблемы. Дыхание дьявола распространяется, а про сыворотку Аскорб молчит. Боюсь, что они хотят на ней навариться. Даже, мне кажется, дверь в сейфе носорог выносит. Дыхание дьявола займется самое лучшее. А именно контейнер, блядь, поломать не может. Эй, Пит, бред какой-то. Я проверила все базы данных. Если лаборатория дыхания дьявола и существует, то нелегально. Только еще в одном месте можно посмотреть, в личных файлах Нормана. Его рабочий компьютер уже проверен. Может, нужно посмотреть в пентхаусе? В здании куча соболей. Если они заметят меня, в перестрелке могут пострадать жильцы. Знаю, но я могу проникнуть туда незаметно. Войти, узнать... Нет, только не ты. Если что-то пойдет не так, я позову тебя на помощь. Ладно. Риск большой, но эта информация нам нужна. Дождись меня, а потом начинай. Буду готова. Блять, опять за эту пизду нахуй. Делами Аскорб. Но так ли это? Или он использовал свой пост и поддержку избирателей для личного обогащения? Не его ли жадность причина появления всех этих угроз для общества? Электро, дыхание дьявола? Эти вопросы должны звучать. И пока мое тело еще способно дышать, я буду их задавать. Так, МЖ. Я в паре кварталов. Будет нужна помощь, зови. И сейчас это пизда. Спасибо. Пожелай мне удачи. Так. Пентхаус Нормана на последнем этаже. Но лифт заперт. Открыть его можно только из комнаты охраны. Не понимаю, почему нам пришлось очистить целый этаж? Это все из-за... Лифт идет прямиком... Вот комната охраны. Но охранник увидит меня, если я зайду. Жители недовольны. Возможно, я смогу завести их, чтобы отвлечь внимание. Давай заведем. А что ж Осборна здесь нет? Ну да, с ним такого не происходит. Мэр и его друзья являются исключением. Охрана пропустила наверх одного из его крупнейших инвесторов. Я так и знала. У него все куплено, как обычно. Находясь внизу, мы каждую секунду рискуем заразиться. Только держитесь подальше от администратора. Он ужасно кашляет. Что? Они обязаны пустить нас наверх. Че, где еще недовольная? Вы не имеете права возвращаться с нами. Если я заболею, мои адвокаты вас разорят. Пустите нас наверх, пока мы все не заразились. Забыл свой чертов ингалятор. Я слышала, что по важной причине вас могут пропустить. А что важнее здоровья? Правда? Надо поговорить с охраной. Должно сработать. О, черт. Джерри, сюда, у нас тут ситуация. Господи, я задыхаюсь. Пустите комната меня наверх! Комната открыта. Надо незаметно проскользнуть туда. Успокойтесь, пожалуйста. Проверка Соболь Интернешнл почти закончена. Вы говорили это час назад! Извините за неудобство и помните, Соболь сделает это для вашей же безопасности. Привет. Я знаю пару агентов Соболя, мечтающих с тобой познакомиться. Типа атак я шмальнуть не могу? Дом на миллионы баксов.
градусов, а сетка на уровне 90-х. Блять, а при чем здесь тебя пистолет? Классно, он же должен на расстоянии башить. Бред сраный. Надо развернуть его. Молодец. Надеюсь, в Соболе хорошая медстраховка. Пульт от лифта в комнате охраны. А рядом агент Соболя. Мэри Джейн Уотсон, супершпионка. Все, пора открыть лифт. Такая, блядь, пизда тупая. Сработало. Норман уходит. Лифт открыт. Пора подниматься наверх. Че, все, они убили охрану или что? Вот он. Норман и Соболь, как вовремя. Найти бы этого инженера и пристрелить. Да ты ж прям сюда смотрел. Вот же дурацкая кнопка. Дебил. Охранники Нормана нейтрализованы. Если он прячет здесь что-то, я это найду. А у нее тоже, да, типа визор такой, как Черт-паука. Научные журналы со статьями о проблеме Человека-паука. Забавно, что способности Пита обсуждает целая армия ученых. Еще забавнее, что в этом активно участвует Норман. Энджей, агентов Соболя стало еще больше. Кажется, Нормана увозят. Как бы меня не засекли. С этим надо что-то делать. Например, держать дистанцию. Пока этого хватит. Знаменитые Осборны. Что это такое? Ух ты. Вот это маска. Она показывает, где находится дверь. Интересно, куда она ведет. Чертежи прототипа боевой маски. Судя по всему, на них отмечены уязвимые места. План пентхауса. За стеной с семейным портретом целая куча пустого пространства. Для квартиры на Манхэттене крайне нетипично. Так, ну теперь что мне? Надо найти. Инструкция к кодовому замку. Похоже, последний день Гарри — это код. Наверное, день его отъезда в Европу. Двери заперты до окончания проверки. А когда этот пидор-то уехал? Мне-то, блядь, почем знать. Норман прощается с сыном. За семейным портретом есть кодовый замок. Похоже, Норман любит фильмы про шпионов. Да. Диагностика завершена. Проблемы не обнаружены. Пожарные двери отключены. Норман может вернуться в любой момент. Надо найти код от замка. Я и забыла об этом. У Осборнов есть герб и девиз. Пакс ин Белло, что значит мир в войне. Надо запомнить на случай, если я решу написать об этом книгу. Гарри говорил, что ему всегда готовила мама. Эта комната пахнет богатством. Говно. Не удивлюсь, если это вино с виноградников Нормана в Бургундии.
Норман запер комнату Гарри, чтобы к возвращению сына в ней ничего не изменилось. Но куда он дел ключ? Привет, пап. Я уже еду к доктору Майклсу делать последнюю прививку перед большим путешествием. Если ты тоже будешь там, может, захватишь дневник из моей комнаты? Я хочу записать туда кое-какие мысли о происходящем. Как бы то ни было, я знаю, что этого мало, но все равно... Спасибо, папа. Спасибо, что ты это сделал. Люблю тебя. Ух ты. Я так давно не слышала голоса Гарри. Он кажется каким-то усталым. Надеюсь, дневник еще здесь. А ты-то в его лаборатории загляни. Там его голоса очень много. Очень много. Да так, что ж бесит. Смотри-ка. Норман явно любит напоминать гостям о своем положении. А фото убрали. Интересно, что там было? Боже, когда мы с Питом были детьми, мы ходили сюда смотреть кино. Это был совсем другой мир, не похожий на Квинс. Забавно, но Гарри это не нравилось. Он обожал смотреть мультики по крошечному телеку. Когда-то я завидовала семье Гарри. Они были такими счастливыми по сравнению со мной и папой. Но болезнь Эмили все изменила. О, ну надо же. Какими мы были беззаботными. Я скучаю по тем временам. Комната Гарри. Но она заперта. Интересно, где Норман прячет ключ? В шопе, наверное, у себя. Я хуй знает. Вот опять же, они такие, типа, говорит, раз оставил, типа, запись. Ладно, в лаборатории, нормально, но тут нафига ему запись. На лечение. Мы его вылечим, обещаю. Разработка GR-27 шла слишком медленно, чтобы спасти тебя. Но Гарри мы поможем. Я запер его комнату. Она будет ждать его возвращения. Держи ключем. Уверен, ты его сохранишь. Минутку. Норман отправил Гарри на лечение? Мне казалось, он поехал в Европу развлекаться. Что-то от нас скрывал Гарри. Неизлечимый диагноз Эмили. Я знала, что мама Гарри больна, но не знала, что это генетическое. А Гарри тестировался? Норман и Отто. Ух ты. Похоже, раньше они были близкими друзьями. Что же могло их поссорить? Я могу ее вскрыть. Нет. Никак нет. Здесь счет 37. Эмили, мама Гарри. Он называл ее самой красивой мамой в городе. И, возможно, он был прав. Кажется, к раме с обратной стороны что-то прикрепили. Есть. Наверняка ключ от комнаты Гарри.
как мило. Норман коллекционирует агитки со своих выборов. Это явно для школы. И тут еще оставлено место. Долгосрочные планы? Что? Это ведь не для Гарри? Или... Дневник Гарри. Последняя запись датирована 18 июля. Должно быть, это код от той комнаты. Что там, 18:07, да? Я хочу сказать, что нам надо все продумать. Нам? Ты остаешься здесь. Вакцина готова, и я буду контролировать ее производство. Но без меня вы будете беззащитны. Похоже, я и с тобой также беззащитен. Я иду один. Разговор окончен. Отряду 2 быть наготове. А я подышу немного. Пит, лекарство готово. Норман пошел за ним в лабораторию. Последишь за ним? Незаметно вряд ли. Соболь встала не с той ноги и устроила агентам учебную тревогу. Все на взводе. Тогда жди. Я уже почти знаю, где это. Ёбаный в рот. Юля, есть. Супер. Надо найти лабораторию дыхания дьявола. Кое-что из этой комнаты может пригодиться. А те даже не заметили, да? Дверь открылась, они такие. Стелс, конечно, шикарный вообще. Ух ты. Норман выиграл конкурс на самую странную карту. Похоже, Норман следит за перемещениями доктора Майклза. Хм. Здесь отмечена вся собственность Оскорб. Расположение отрядов Соболя. Хм. Они развернуты по всему городу. Готова спорить, я найду эту лабораторию. Она должна быть в здании Оскорб, возле которого много Соболей, и который часто посещает Майклз. Медкарты Гарри и Эмили. GR-27 разрабатывался, чтобы их вылечить. Дыхание дьявола – неудачная попытка создать лекарство для близких. Детский рентгеновский снимок. Но это не Гарри и не Эмили. Кто же это? Аура вокруг него? Это Мартин Ли? Норман Осборн. Отчет по GR-27. Весь проект коту под хвост. GR-27 — лекарство, а не вирус. Но попробуй объясни это репортерам. Они откуда-то узнали прозвище, которое ему дали техники, дыхание дьявола, и теперь нагнетают истерию. Они не понимают, что им можно лечить рак, врожденные пороки, наследственные заболевания. Еще немного, и мы бы довели его до совершенства. А вместо этого мне придется 1,5 года отмывать репутацию.
столько времени впустую. Дыхание дьявола не болезнь, а попытка создать лекарство? Поверить не могу. Ну, придется поверить, что ж там, блядь. Так. Что мы тут еще не потыкали? Норман все больше напоминает мне безумного ученого. Похоже, карта верхнего Вестсайда. Мне нужно найти особо охраняемое здание Скорб, в котором бывает Майклс. Доктор Штром. Нет сигнала от доктора Ван Адера. Доктор Майклс возглавляет группу дыхания дьявола, где бы ни находилась коммерческая недвижимость. Ух ты! Сколько студий звукозаписи, а Скорб активно работает на... Норман не настолько безумен, что студия звукозаписи может быть отличным прикрытием для лаборатории. Браво, браво. GR-27. Это же кодовое название дыхания дьявола. Нашла! 10-я и Кафедрал Стрит. Это же... Что это же? Что это? Ну-ка. Конечно! Угол 10-й и Кафедрал. Студия звукозаписи Аскорб. Идеальное место, чтобы спрятать секретную лабораторию. GR-27. Инцидент с Ли. Что это? Итак, запись уже пошла. Я буду совсем рядом. Просто расслабься и пусть действует лекарство. А, что типа ребенок, да? На помощь, пожалуйста, помогите! Думаю, это просто консультация. Мальчик был готов. Я пойду туда. Нет, нельзя. Слишком поздно. Что ты наделал? О, Господи. Норман и Отто. Это они все начали. Они создали Ли. Я должна все выяснить. Что? На! Кто там? О, нет. 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 Давай, давай. Блять, ну ты же видишь, аквариум разбит. То есть... У нас прорыв. Тревога. Чего там на жопе 2? Пит, я узнала, где лаборатория. И еще много всякого. Ты далеко? Паре кварталов. Только скажи, и я приду. Отлично. Не глуши мотор. Да все, я же в лифте, все. А чё ты в лифте не зах... Вот дура, блядь. Нет! Стойте! Нет! Нет! Дура! Пит, я узнала, где лаборатория. И еще много всякого. Ты далеко? В паре кварталов. Только скажи, и я приду. Отлично. Не глуши мотор. Типа, не столько тупые, насколько это вообще возможно.
Я ж могу туда и пройти. Да? Ой-ой-ой. Куда ты пойдешь? Куда? Ну давай. Надо зачистить балкон. Контроль, в квадрате чисто. Да как слон, блядь, топочить. Ебать, а у них ты, пушек ты нету. Поворачиваю слегка. Ты в порядке? Еще пару секунд, северо-западный угол. Бля, какая ты тупость. Ну действительно, они не могли, не догадались. Потому что они мужики. Ты готов? Стой, стой, стой! Поздно, давай! Ты чокнутая. А ты супер. А вместе вы ебанутые. Суперски ебанутые. Все это слишком тяжело. Болезнь Гарри... Норман или доктор Октавиус. Я знаю. Все из-за меня. Опять старая песня. Ты ну, больше не сопли одинок. Начались вот эти вот. Мы с Майлзом присмотрим за пир. А ты найди Нормана. Найди лекарство. Спасибо. Партнер. А на ней все я вспомнил. Сейчас она встретится с Майлзом, этот паук укусит Майлза. Вот ебать нахуй, он столько держался, там летел где-то в карман залез, там спрятался, блядь. Она не почувствовала, никто не почувствовал, блядь. Все исправить. Должен быть какой-то способ связаться с Ли и Отто. Убедить их прекратить этот крестовый поход. Оба несли миру добро. Они не могут отбросить все только ради мести Норману. Ага, чего так, это было? Значит, Норман поехал за вакциной. Надо сообщить Юре. Надеюсь, это хорошо. Да. Аскорб разработал вакцину. Лекарство? Слава богу. Как быстро мы сможем дать его людям? Выясняю. Лаборатория на углу 10-й и кафедрал. Стой. Пришло сообщение о вертолете, садящемся в том районе. О нет. Вдруг это вертолет Нормана? Я бы и послала к тебе людей, но нет никого. Ничего, я разберусь. Скоро все закончится, обещаю. Что носорог разрушает здания и дороги, контракты на восстановление которых получает в итоге один человек. Думаете, я подозреваю сговор? Вы чертовски правы! И теперь, когда носорог предстал перед судом, вы видите, что он слишком туп, чтобы что-то планировать. Так кто же за ним стоит? Что ж, кто же это еще мог быть? Якобы сражающийся с носорогом, но на самом деле управляющий им Каскариадор Быком. Скажем это вместе! Человек-паук! Где кто? Может, мне кажется, но, по-моему, у вас ко мне личная неприязнь.
почему вы были такие злые? Вам хотелось прилечь. Да. Лежите. Им хотелось поспать. Что-то хуйта какая-то, честно говоря. Секит косы, блядь, когда надо попадать. Сначала демоны, потом пойду зали в лабораторию. Пора вырубить тех снайперов. Надо прорваться мимо демонов, пока Лин не добрался до противоядия. Ну, держитесь! Надо было это заснять! Лира забрался здесь со всеми агентами. Они ни с чем не справятся. Я предупредила тебя, супергерой. Че, последний, да, он остался? Черт, похоже, Соболь выслала подмогу, когда ее люди не вышли на связь. Нам надоело, что ты нападаешь на наших агентов, Паук. Так вы думаете, это я убил ваших людей? Это просто смешно! Надо закончить побыстрее и идти внутрь. Да ёб ты, блядь, в рот. Всё? Демоны и Соболя нейтрализованы. Последую за Ли. Какая же ты тяжелая! Ты оскорбил моих людей, испортил мое имущество. Оскорбил мой как? Клиент потерял миллион. В жопу их выебал. Есть хоть одна причина не убивать тебя на месте. Слушай, ты мне не нравишься, я тебе тоже. Но сейчас в этом здании Ли убьет твоего клиента, если мы не вмешаемся. Мы можем воевать друг с другом. Или с Ли, но не на два фронта. Договорились? Поможешь мне спасти Нормана.
а потом посмотрим. Идет. Ли сошел с ума. Иди за Осборном. Я с ним поговорю. Ладно, имеет друзей. Ой, такая хуйня. Все, Ли, хватит бегать. Это конец. Это безумие. Надо как-то достучаться до Мартина Ли, которого я знал, который создал пир. Придется спускаться. Да ёб ты в рот. Просто прыгай вниз. Уходи, человек-паук. Это касается только меня и Осборна. Я знаю о том происшествии. Знаю, что случилось с вашими родителями. Инцидент. Ты такой же уродец, как Осборн. Мои родители погибли из-за меня, из-за того, что со мной сделал Осборн. Да это уже все видел, все понял. Нахуя вы это вот растягиваете? Ваше прошлое — это не все. Оно не должно управлять вами. Я хотел, чтобы они мной гордились. Хотел почтить их наследие. Но для этого нужно призвать Осборна к ответу. Я вам не позволю, Мартин. Ли. Его злоба. Они питают его силы. Чуть раньше. Единственный образец. Нет! Нет, Мартин! Я же сказал, мне жаль. Это был несчастный случай. Я хотел помочь тебе. Ты не помогаешь людям. Используешь их. Это не вернет ваших родителей. Зачем так настойчиво пытаться спасти этого мерзавца? Я хочу спасти вас, Мартин. Не дайте мести победить. Боритесь. Попасть в руки настоящего правосудия, но для этого вам нужно остановиться. Я не отступлюсь. Даже не знаю. Может, электрическим? Ёбаный ты, блядь.
давай, давай, давай. Настоящая. Да ебаный в рот. Да ебать. Блять, он быстро падает, типа, на нахуй от землю. Вот это настоящий. Ах ты, сука. Боритесь, Мартин! Вы можете спастись! Нет! Осборн должен страдать! Ну и что это за хуйня? Я знаю, вы можете победить демона! Победить демона? Демон, это я! Это большой демон. Очень большой. У вас с ним будет одна. Скоро все закончится. Очень надеюсь. Ах ты, сука. Давай, давай, давай. Ах ты, мразь. Да ёб тебе, блять, в рот. Моя воля сильнее твоей. Это мы посмотрим. Держись, он почти готов. Ёбаный вас в рот. Чё-то дохуя всего сейчас было.
Вот это да. Вот это кадр был. Осборн должен ответить. Я знаю. Но так ведь нельзя, Мартин. Скорбич? Ой, это Скорбич. Сминожка. Ота? Ах, этот твой взгляд. Не представляешь, как я ему рад. Готов к последнему акту? Где Отто? Ушел. Не о нем сейчас стоит волноваться. Ему надо в больницу. Нет, не надо. В пир. Я хочу говорить с главврачом. Здесь нет никаких врачей. Кто же тут главный? Я обычно. А, так, прошло много времени, но я постараюсь. Нужны маски, перчатки, стерильные инструменты. Спасибо. Если выживешь, поблагодаришь. Боже мой. Жить будет, но нужен покой. Эй, осторожно. Где Мари? А что они там, сука, кровясь? Что они ему делали? Я понять не могу. Ее может не стать в любой момент. Куда ты? Надо найти Отто. Вакцина у него.
знаю, справлюсь ли я с ним. Может и нет. Может, пауку нужна помощь его друга Питера? Что? Питер помог создать эти руки, помнишь? Он должен знать, где их уязвимость. Задай им, Тигр. А, блин, невидимый... А, ну у него же есть такая способность быть невидимым. У этого паука. Ну ладно. Блять. Все равно, я не понимаю. Столько времени, а он все... Типа держится. Ладно. Нет. Нет, тоже не то. Может быть это? Нет. Охуенно так-то большой. Или охуенно маленький, я не могу. У него на рукаве он, типа, блядь, ну такой у него на рукаве полз. Типа, а этот взял коробку и заметил там такую, блядь, хуйню. Я хуй знает, типа вообще, блядь, просто. МДЖ права. Я создал нейронный интерфейс. И я могу его уничтожить. Нужно посмотреть, что есть в лаборатории. Да, но на этом пока все. Так что давай, счастливо.